Вот, тут Юля Кокули наборный долбоёб, она сейчас, я попрошу её мои логи чекнуть. Она сейчас мои логи чекнет, и всё обязательно. Ты с ней в хороших отношениях, блядь? А, да, он Мастердейн. И, Юля, посмотри мои логи, блядь. Посмотри, сколько этот плохой человек меня раз захуярил. Ты охуеешь. Там штук 40. Блядь. А смотрите. А я охуенно, блядь. Если я, получается, попросил, типа, встать лицом к стене, наставив на него оружие, он достал оружие и убил меня, это ж фир РФ. Да. А сколько за это Джайла дают? 15 минут. А нахуй ты покупал модерку? Я? И пропу? Для чего же еще, блядь, я можно покупать? Зачем сказали про убийство, чтобы я его забанила за мастер ДМ? Нет, просто, чтобы ты охуела. То есть я должна просто на это глаза закрыть? Типа, нет, ну я не знаю, мало ли вы с ним, блядь, хорошие отношения. Ну ты знаешь, что с кем бы я ни была в хороших отношениях, мне серьезно... Нет, ну я понимаю, да, все равно ты наборный... Своей халатности прощать нельзя. Я знаю, ты наборный человек, у вас там все строго. Я в наборной даже, блядь, не пытаюсь, потому что я же слишком мелкий. Нет, люди, которые ПВПшатся, их тоже наказывают. Ну, не знаю, как другие, но... Ну, это не было ПВП. Ты, блядь, смотри, сколько я разве его убил. Не, ну, наказывать его я не прошу. У меня не было жалобы на это. Так, просто повыпендриваться. Сколько раз меня убивают. Он убил тебя просто так, у него мастер дэм получает. Да. Ну, не надо, пожалуйста. Ванёк, когда рекорд по смертям поставишь, позвонишь. Ну у тебя же мастер ДМ. Не, подожди, ну там нету доказательств, что это мастер ДМ. Мало ли там, ну... Нету доказательств, то есть сейчас скажу доску. Нет, ну, Дэнси же никто не показывал в таком роде. То есть ты хочешь сказать, что за 2 минуты у него были какие-то причины, чтобы убить тебя 5 раз? Блять, тут ты сам проебался. Мастер ДМ не пришёл. Пацаны, ты сможешь дать похавать? Позже я сдохаю. Пацаны, пожалуйста, дайте похавать. Реально сдохаю, пожалуйста. Алло, на, я сзади. Иди, на, сюда, на, я сзади. Ну я тоже прошу, пожалуйста. На, иди, алло, лавка. Не надо. Привет, пожалуйста. Вон и так сейчас намели. Блять. Все, что я могу, это ебать, какой срок за мастер ДМ? От дня до 3 месяцев. Ну. От 1 до 3 месяцев. От 1 дня? Угу. Но я могу сразу пермать, да, если хочешь. Бери, бери. Нет, я считаю, что ему надо для профилактики дать 2 дня. Нет, поскольку, ну, чтобы не мамка такой хуйни. Чтоб тебе я дала. Видишь, ну, как он, так как он потерпевший, и все, первое слово дороже второго, Не, подожди, Юля, это так, это Маша, мы между собой, мы решаем, подожди, пожалуйста, многоуважаемая дама, девушка. А всё, ты уже сказал, он сказал. Подожди, пожалуйста, может мы еще договоримся, Юлечка, Юлечка, красивая. Всё, я уже сказал. Я не знаю, как тебе подлизаться, блядь. Можно мы сейчас между собой решим, а потом мы вынесем вердикт? Да нет, мне кажется, 5 минут для профилактики достаточно. Ну нет, там 1 день. Мало. Нет, ну 2 дня, я серьезно. Блядь, скажи спасибо, что не пермач. 2 дня, Юля, я прошу, потому что, ну, он честно не со зла, но долбоебизм тоже дело такое. Блять, Леник, спроси честно, само вырвалось.
Леник, как мне помириться? Пожалуйста. Леня. Леня. Прости. Леня. Пожалуйста, но она сама вырвалась. Леня. А давайте спросим сервер, банить Леникса или нет, сколько плюсов. Да, да, давайте спросим. У нас же демократия на сервере, в любом случае. Юлечка, у нас же демократия. Вот. У нас же демократия. Да не банить Леникса, что он такого плохого сделал. Давайте в ровно бан. Все, я написала команду, скопировала. Поставлю, все. Хорошо, Юля, давай так, раз ты у нас такая молодец, что надо сделать, дабы его не наказывали? Ничего. Не РДМ. Просто сказала то, что масса РДМ не прощается. Не прощается. Никак. Не откупается, не прощается. В любом случае наказание будет. Хорошо. А можно я тогда смягчу? Да, один день. Нету. Вот, доверять никому нельзя, и все обманывают. Один день, пожалуйста, Юлечка. Быстрее. Вот так это убийство без причин. Юля, а можно, можно до одного дня смягчить? Нужно исходить из каждой ситуации, именно вашей ситуации. Типа, с явным СРДМ, то есть ты его 5 раз ёбнул просто так. И это просто очевидно. Я тебе говорю, это нужно рассматривать каждую ситуацию раздельно. Может, там какие-то причины были, ну, типа... Стой, Юлечка, а насколько ты написала команду? Да. А насколько суточек? Ну, сейчас увидишь. Нет, мне страшно, я не люблю секреты. И Леник, я думаю, тоже. Блядь, я же буду чувствовать свою вину до конца жизни, блядь, пока я... Но я немного даю, ты понимаешь, что я могла сейчас первому просто дать, и все, ты бы уже здесь не разговаривал. Ну вот. Так что я очень смягчила наказание. Мне не понравилось, что ты написал в общий чат. Вот, вот. Ладно, короче. Давай, не злись только. Я не со зла, вот, я не могу на такое закрывать глаза. Леня, прости, я тебе дам все денежки, я дам все тебе в попу. Господи, да свои вопросы. Ну, он жить еще хочет. А что ты хотела? Воздуха не дышал еще. Да, наверное. Я бы вообще за такое за 16 дала правила администрации. Угу, да, ну так, типа. Я плюс 5 человек, случайно. Не, я не собираюсь себе пермач зарабатывать. Я еще хочу поиграть. Вот. Зачем? Угу. Ладно, все, короче, давай. Пока, Леня.